Всем привет! У нас сегодня распаковка, и скрывать мы будем вот этим ножичком. Это у нас Утилитак 2 Онтарио. Вы догадались, это крыса классическая. Ничего, клиночек по центру. Никаких косяков не вижу. Первый флип. Планировочек заходит на центр. Вопросов у меня к нему нет вообще. Никаких претензий, ничего. Все отлично. Заказывал я его на сайте Ножи в Томске. И, кстати, очень дешевой цене. Обошелся он мне в 1900. Плюс пересыл, плюс наложенный платеж. Я думаю, это недорого при сейчасшних ценах. Самый дешевый, который мне попадался, это был в 2400. А сейчас и того больше. Вот сейчас ножи Томска, я сейчас смотрю на сайте. Вот этот нож стоит 2000. Против 3400. Так что сами судите, где стоит брать, где нет. Спасибо за внимание. Всем пока.